Привет, друзья! Видеоканал «Русская Америка». Меня зовут Юрий Моша. Хочу рассказать по поводу поиска в Ютубе видео, посвященных покупке квартиры в Майами, инвестированию, краудфандингу. Некоторые зрители недавно попали на канал. И вот сегодня буквально случился разговор с одним из новых зрителей, который говорит: вот я попал, увидел, что есть проекты по вкладыванию денег, но не пойму, не могу разобраться, с чего надо начать смотреть. Ну вот я хочу показать, как искать видео. Значит, в поиске надо написать «Русская Америка» Марко Поло. Как раз это тот дом, который мы сейчас первый рассматриваем для инвестиций. И здесь выйдут все видео, посвященные как раз моим поездкам в Майами. Я показываю квартиры, рассказываю о доме, рассказываю о том, сколько можно заработать, рассказываю о налогах, о какие квартиры бывают, с балконами, без балконов. В общем, все очень подробно можно увидеть. Быстренько посмотреть нужные видео и сложится какое-то впечатление. Еще один важный момент. Я только что снял видео по поводу того, сколько можно заработать, написал, напечатал, как и обещал, цифры. Так вот, не сказал там один момент по поводу того, что приезжать в Майами не нужно для сделки. Визу американскую можно не иметь. Все это можно делать дистанционно. Я и моя команда все это организует. Мы выберем нужную квартиру, которая действительно будет хорошо сдаваться и хорошо продастся. Мы выберем тот вариант, который действительно будет выгоден нашим акционерам, нашим инвесторам. Я вот сейчас покупаю сделку, квартиру мы покупаем для одного инвестора, он целиком купил, не по краудфандингу, целиком. Так вот, квартира, которая изначально стоила 147 тысяч долларов, мы уже ее сторговали за 122 тысячи долларов. То есть мы знаем, как торговаться, мы знаем, как убеждать, мы знаем, каким образом там давить на определенные места у продавцов, чтобы понизить цену. Как говорит Роберт Киосаки, кто еще не читал книжку «Богатый папа, бедный папа». Кстати, недавно общался с двумя вроде такими видными предпринимателями в Америке. Ну, они приехали сюда как иммигранты, но работают, у них уже здесь есть какие-то бизнесы. Ни один, ни второй не читал эту книгу. Один отдаленно слышал, а второй вообще не слышал. Так вот, прочитайте «Книжка о недвижимости». Роберт Киосаки, инвестор. У него много книг, но вот прочитайте первую. «Богатый папа, бедный папа». Это самая его известная книга. Он там говорит, что заработок не только на продаже недвижимости. Продать хорошо – это очень правильно. Но и купить важно. Он рассматривает иногда 100 предложений. И только потом одно предложение выбирает, которое действительно по самой низкой цене, которое наиболее привлекательное. Поэтому купить можно быстро, да, за 5 минут можно прийти и купить. То, что большинство и делает людей, которые приезжают в Майами, они быстро приезжают, приходят к риэлтору, риэлтор показывает то, что выгодно продать, человек покупает. А мы делаем анализ в то, что выгодно проинвестировать, на то, на чем можно заработать. И вот это как раз задача нашей компании. Я вижу будущее моего участия в сделках по недвижимости, именно как вот инвестиционный консультант, как человек, который позволит людям без приезда в Америку овладеть имуществом каким-то и заработать денег. Спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, набирайте мне Viber +1 347 265 61 86. Учитывайте, что я живу в Нью-Йорке, поэтому пишите мне по нью-йоркскому времени, я оперативно всегда отвечаю, всегда разговариваю с людьми, которые действительно интересуются, которым действительно интересно, как заработать денег, как можно вложить даже небольшую сумму в размере там 11, 12, 13 тысяч долларов и получить доход. Так что, если у вас есть вопросы, пишите, звоните, с удовольствием на все вопросы отвечу. Пока!